ho difeso. Due plan diversi, uno inizia alla 6 della mattina fino alla 1:30, e dopo si inizia ancora alle 6:30 di sera fino a 9:45. I thought she was going to push us back over. So just. One, you don't understand. 1, 2, 3. 1, 2. No, sorry. You know. And then I will go first and set up the camera and wait for you. Короче, ребята, я уже, во-первых, прилетела, но сторис еще будет много, потому что там я ничего не выкладывала. Хочу рассказать по поводу санок, ребят. Вот меня никто не предупреждал об этом трэше. Я думала, это такая детская забава. Вау, мы сейчас покатаемся. А в Швейцарии, видимо, это такой как вид спорта, уже можно сказать. Там такая трасса. Это было так страшно, вы просто себе не представляете. У меня страшнее ничего в жизни вот реально не было. Теперь мне ничего не страшно. Там трасса, ну, типа для профессионалов, там минут 30-40 спускаться. Я спускалась 1,5 часа. И я реально уже волновалась, я думала, интересно, а ты спускаешься как бы один, у всех своя скорость. И у меня был реально уже шок, я думала, мне придется заночевать в лесу. Короче, было очень. А я просто, когда доехала до финиша, я просто сказала спасибо, что живой. Вот реально, вот мне теперь вообще ничего не страшно. Это было самое страшное, что было со мной в жизни. Я, мало того, что я вся синяя, я летела с такой скоростью, расфигачилась там в один момент просто так, в самом начале при том, потом уже реально боялась просто ехать, ну, со скоростью быстрой. Ой, ребят, если поедете кататься, прям миллион раз подумайте. Я, наверное, больше никогда в жизни такое не повторила, я надеюсь, не повторю. Потому что, знаете, как последний герой, во-первых, я и приехала последняя из всей нашей команды большой. Это было очень, ребят, страшно. Просто решил своим поделиться своим испугом. А сейчас покажу вам свое синее тело. Ребята, у нас травма. Смотрите, как она идет. Бедняга. Но зато съехала. Хорошо, что до темноты хоть вернулась. Еще катится даже. Опа. О, очки надела. Молодец. А это уже Москва. Родные березки. Я даже немного соскучилась по дому. Типа серость, конечно, нас бесит, но ладненько. Спасибо, что дома. Здесь своя шутка маленькая. Как же в нашем городе не хватает солнца, а? На самом деле, блин, если бы сейчас вот было бы голубое небо, было бы так классно, как солнышко. Когда проехала домой, а меня здесь ждут. А это что за вкуснота? Все очень скромно. Но очень вкусно, Риш. Так что мы смотрим. Что там ты говоришь? Молодой ягненок. Маргоша? Маргоша.
блогер вернулся на родину. Господи, как это вкусно. Мясо по-генеральски называется. Мясо не балось. Настолько салат миллионер и мясо по-генеральски может быть. А ты куда залез? Вот. 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 Чтобы понимали.